Полное описание и точная дата выхода второй серии нового турецкого сериала «Моя левая сторона». Вторая серия сериала выйдет в эфир 3 декабря. В новой серии мы увидим, как Сера так неожиданно появилась на сцене, что смогла затмить всех присутствующих. Такое мнение высказал Бурак. Ему сильно нравится Сера, и ему хотелось бы узнать ее поближе, но девушка постоянно убегает от него. Бурак рассказал Селиму, что немного запал на Серу и постоянно думает о ней. Многие девушки восхищаются Селимом и очень часто обсуждают этого парня, когда собираются вместе. Джемре влюблена в Селима уже очень давно. Ей говорят, что она должна поторопиться или же упустит этого парня. Между Серой и Селимом начинают накаляться отношения и даже происходит небольшая ссора. Сера сказала, что она всеми силами старается научить мегаломана человечности, но ее старания оказываются напрасными. Ведь этот человек никого не любит, кроме самого себя. Эти слова сильно задели Селима. У Серы и Селима стали интересоваться, как проходят их общие занятия. Пара сказала, что им вроде удается ладить друг с другом. Только вот девушке приходится совсем непросто с Селимом, так как у него слишком большая неуспеваемость. Но для нее занятия с ним не являются единственной проблемой. Есть и другие заботы. Селим говорит Сере о том, что он не в восторге от такого времяпровождения. Напомним, вторая серия сериала выйдет в эфир 3 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.